Все, говори. Всем привет! Вы на канале ПРО-ПДД. Сегодня мы с вами разберем ограничения, которые действуют на самих пешеходных переходах и вблизи пешеходных переходов. Сейчас одна минута теории и затем сразу практика. Первое. На самих пешеходных переходах и по 15 метров в обе стороны от них запрещены развороты. Это ограничение не распространяется на перекрестке. Практически на каждом перекрестке есть пешеходный переход, но мы там разворачиваемся. Перекрестки для этого и существуют. Второе. На самих пешеходных переходах и по 15 метров в обе стороны от них запрещено движение задним ходом. Третье. На самих пешеходных переходах и по 15 метров в обе стороны от них запрещены остановка и стоянка. Четвертое. На самих пешеходных переходах и по 50 метров в обе стороны от них запрещены обгоны. Причем обгоны запрещены без каких бы то ни было исключений. То есть на самих переходах и по 50 метров в обе стороны от них обгоны запрещены, в том числе одиночных транспортных средств, скорость которых менее 30 км в час. А вот опережение на пешеходных переходах не запрещено. Но не забывайте про пункт 117. Если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то транспортное средство, которое движется по соседним полосам, должны снизить скорость и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Пятое. Нам с вами запрещено выезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит нас с вами остановиться на пешеходном переходе. По теории достаточно, сейчас практика. Перед нами пешеходный переход. Я напомню, разворот запрещен на самом переходе по 15 метров в обе стороны от него. То есть нужно либо для разворота не доехать 15 метров, либо переехать 15 метров. Сейчас мы отъедем 15 метров. Это у нас не перекресток, поэтому разворачиваться можно и с обочины. Перед нами пешеходный переход, но он на перекрестке, а ограничения, связанные с разворотами на пешеходных переходах, на перекрестках, не работают. До пешеходного перехода расстояние где-то 20 метров. На таком расстоянии до пешеходного перехода движение задним ходом не запрещено. Включаем заднюю передачу и едем. Я напомню, на самих переходах и по 15 метров в обе стороны от них запрещена остановка и стоянка, и вот нарушители. Перед нами пешеходный переход. Обгон запрещен на самом пешеходном переходе и по 50 метров в обе стороны от него. То есть водитель, который перед нами, нарушает правила. Переходах и вблизи пешеходных переходов запрещен обгон, а вот опережение, оно не запрещено, потому что опережение — действие достаточно безопасное, не связано с выездом на полосу встречного движения. Если перед пешеходным переходом замедляет движение другое транспортное средство, как я уже говорил в теории, пункт 117, мы тоже должны снизить скорость, чтобы при наличии пешехода уступить им дорогу. Если вам был полезен наш ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание и удачи на дорогах!